Раньше была брусчатая дорога. Интересно, тоже не видел такого еще. Вот здесь вот, прямо вот по болотине, друзья, по пойме озерной, положили брусчатую дорогу. Ну, сейчас ее, конечно, проломили уже, продавили. Но раньше-то она была ровной. Что по ней возили на телегах-то? Особо тяжелого, наверное, нет. Вожжу прохожу. Или воржа. Интересно. Откуда они камни брали? Неужели привозные? Но сегодня это песок, щебень привозят откуда угодно, понятно, там КАМАЗами, фурами. А раньше-то припомнил я, что Диев в своей истории города Нерехты писал, что когда строили брусчатку в Нерехте, то все проезжающие, а Нерехта стоит же на тракте Ярославском, проезжающих было много, и всех заставляли привозить по 3 камня, по 3 или по 4 камня, иначе брали денежный сбор. Так и набрали камней. А здесь откуда? Здесь же болотина кругом, низина. Ну надо же. В Костромской губернии нигде между деревнями я не видел брусчатой дороги. Чисто поле и брусчатка идет. Я в шоке. Просто в шоке. Thank you.